Мне нужно одеть передник, да. Доброе утро. Нет, добрый день. Доброе утро. То я вчера футболку надела и сразу запачкала. Сегодня мы такие ошибки делать не будем. Понравились мои, как я вчера сказала, регион 07. Спасибо тебе огромное. Не знаю, девушка ты или парень. Поправил меня правильно, по правилам. Я жарила вчера колбаски и назвала их купатами. Купатами или как я их назвала? Как эти сосиски правильно называются? Купаты. Купаты. Купаты правильно. А я назвала лепешка... Кутабы. Кутабы я назвала. Господи. Правильно, это купаты. Я как что-нибудь скажу. Спасибо большое, что поправили. Сегодня у меня опять купаты. Импровизация. А? Импровизация. Вчера понравились сосиски эти. Сейчас к нам приедут гости. Зятя московского мы вчера проводили. Неожиданно. Да, быстро. Хотели взять на Кисловодскую тройку, но получилось, взяли Грозный, Москва. Сейчас ему звоню, говорю, как поездка, нормально, все. Единственное место было верхняя полка. Он говорит, нормально, ребята, говорит, такие. Ну, познакомился с одной отрасли с ним. Андрей, Аня. Я говорю, не поняла, Грозный, Москва, говорю, где Магомед Имадин? Он говорит, нет, мы едем с Андреем и сами. Смешно, короче, получилось. Так, одних гостей проводили, вторые на пороге. Сестра жарит картошку в духовке. Самое крутое блюдо. Да, а я, как уже со знанием дела, буду жарить. Дай мне крышку, пожалуйста. Я вчера их первый раз жарила сама. Роме мама жарила? Роме мама жарила. И тот раз он покупал, мама жарила. Я... Не понравилось, да? Я тоже такое не люблю. Рубленое мясо только в тесте. Если есть рубленое мясо, только манты. А? Ему нравится. Нравится, да. Ну, поэтому он не покупает. Так, у нас будет пятиминутка. Ты чай? Да. Я бы кофе выпила. Кто-то закинет. Сейчас я закину, да. И у нас будет пятиминутка. Так, а какие закидывать? Тут есть индейка. Курица и свиноговяжья. Не, ну все, ну вначале. А, это все да. Жаль? Тут же много. Зачем столько жаль? Да нет, ну что много? Да, убить не. Ну вначале курица, не, что нежное, а потом это, что нежное. Курица идет в жировой сетке. Вчера жарила. Запачкала всю плиту, запачкала весь фартук, запачкала, это я еще культурно говорю, все было у меня в жиру, начиная от моей футболки тут, полночи вчера все драила. И опять, да? Нет, я эти сетки сделала шуманитом и заправила их. Сейчас опять запачкала. А сейчас опять? Это вот перчики хорошо, я ее отправила. Сейчас я их пожарю с двух сторон до золотистого цвета, потом убавлю огонь и под крышку. Так, у нас чайная пауза, переключимся. Все, начинала жаркий... Карин, не кутаба, а что? Купаты. Начинала жаркий купата, заканчиваю влог. Подвожу итог. Планами, да? Да, планами. Друзья уехали. Ну и гостями даже нельзя, да, назвать? Какие-то они выпечки. Вообще наши кумовья. Они наши кумовья. Ну, как родственники уже. Че, у нас каждое застолье заканчивается тем, что мы договариваемся куда-то ехать. В этот раз договорились идти на... Когда Сосо приезжает? В мае. В мае идем на концерт Сосо Павлиашвили.
После концерта едем в Грозный. Наши друзья никогда не были в Грозном. Они сами откуда? С Армавира. Они прямо родились, да, в Армавире? Да. Наша кума, наша же кума. Конечно, наша. Никогда не была в Грозном. Говорит, хочу поехать. С другими кумовьями уже, не знаю, еще Роман Борисович не подтвердил, Питер. Очень летом. Хотим Питер. Короче, в мае идем, это знаешь, как до лета осталось блины испечь, масленицу жечь, так и мы. В мае идем на Сусо, после Сусо едем в Чечню. Я их блатую не в Грозный, а в Джерайский район. Боже мой, как мне понравилось Ингушетия. Я говорю, давайте не в Грозный поедем лучше, а поедем, где мы с Алисией и с Васей отдыхали. Лучше в горы поедем. Взять мой категорически против. Ну, хотя на Грозную его уговорить можно, да, Карина? Да, Грозный как-то более реалистичный. Я такая деловая, кута бы пожарила и все, остальное все. Сестра, не убираю, ничего. Нет, нормально все. Нормально все? Самое главное, ты сделала. Все, короче. Ждите влога с концерта Сусо Павлиашвили. Не, 14-го. 14 мая к нам приезжает Сусо Павлиашвили. И к нам здесь никакие в Шаляпино, да, приезжают, конечно. Мы с Каринкой уже два раза на Сусо ходили. И два раза очень понравился концерт. Отрабатывает хорошо он свой концерт. Несмотря на то, что мы не в столице живем, а в периферии, но все равно отрабатывает на 100%. Какие у нас еще планы? Ни с кем больше ни о чем не договорились. У нас так всегда. Я говорю, давай, если там в Питер не поедем, на море, хоть в Дагестан. Я на море, хоть куда, хоть в Дагестан. Нет, если выбирать. Ну, знаешь, как сказать, я тоже так, Ром, предлагаю, что из двух зол он выберет Питер. Ну, как сказать? Я бы тоже посоветовала. У нас просто девчоночки не были в Питере. Ни Лолитка, ни Любимка. Ну, детей еще в Питер не возили, а это обязательно. Дагестан тут рядом, Дагестан. У меня зять не любит в то направление ездить. Не знаю даже почему. А в Питер? Ты что, Лолита с музеев? Представляешь, там даже в музей заходить не надо. Там город сам музей. Город музей, да. Ну, Эрмитаж. У нас Лолитка была и в Москве была, в музеях, и в Пушкинском была, и... Она была во Флоренции, в галерее Уффици. Ну да, ей понравится, я точно знаю, что понравится. Да, какая-то беспокойная. Ты знаешь, уже и Любе понравится. Раньше да, Людмилка у нас уже доросла. Раньше ездили, только Людмилу по кафе в Москве возили, по самым вкусным кафе, а сейчас Людмилка уже тоже и в театр у нас ходила, и в музей ходила, и хочет в театр. Ну, потому что возраст, понимаешь, да, тогда, да, ребенка была, сейчас уже, ну, у нас уже девушка взрослая. Что, нам уже будет летом 19 лет. Как быстро время. Ну, она уже даже так разговаривает, рассуждает, я смотрю, вот уже вообще... А так не хочется, чтобы девчонки быстро росли. Нет, с одной стороны, хочется, потому что в перспективе ты станешь бабушкой, да? Вот единственный момент, который меня успокаивает. А с другой... Нет? Сестра так смотрит. Нет, а я прям хочу. Я даже тоскую по тем временам, когда они были маленькие, я помню, на море мы ездили, мне так нравилось это время, когда... Все равно дома то одно, то другое, друг другу столько внимания не уделяешь. А ты представь, а сейчас в нашем возрасте, как мы будем внукам радоваться? Нет, в этом тоже своя прелесть есть. Нет, конечно, в каждом возрасте. Зай, вот эту вот доску надо в посудомойку, я на ней... Хорошо. Видишь, она какая? Да. Вот такие дела, договорились, короче. С друзьями отдыхать по полной. Как всегда, осуществимо лютой. А что у нас дома врач, что там врач. Короче, что наш врач все время на дежурствах занят. Их семье то же самое. Ну, надеюсь, они выкроют, да? Недельку хотя бы, да. Поживем. Поживем, да.
не снимала, потому что хотелось наслаждаться беседой. Они у нас сейчас редко в гостях бывают, и мы очень рады, когда они у нас в гостях, поэтому наслаждались беседой, не снимала. Ладно, девчонки, ребята, будем прощаться. А также их родители. Ну а что сегодня снимать? Больше нечего. Чем сегодня будем заниматься? Отдыхать. Все, на этом буду прощаться. Большое спасибо за просмотр. Спасибо большое за лайки, за комментарии. Любим, ценим, уважаем. Только хотела сказать, ты ничего не хочешь передать? Какая у меня сестра любит, ценит, уважает. Читай. Приятно, особенно когда маме что-то пишет. Да, когда маме пишет комплименты, это вообще бесценно. Мы-то знаем, что она у нас самая хорошая, самая лучшая. Но... Да. Но когда кто-то пишет, это... Большое спасибо. Все, что вы желаете моим родителям, чтобы вашим родителям в 100 крат больше вернулось. Ладненько, увидимся завтра.